Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. Це науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. В ефірі ведучий доцент Сумського державного університету Олег Туляков. Шановні добродії, слово «політика», про яку ми у цій студії багато говоримо, воно буквально переводиться як «загальна справа». Якщо ми розуміємо політику як загальну справу, то ми маємо бути свідомі того, що ознакою демократичного і розвинутого суспільства є така ситуація, коли всі категорії населення, всі люди включені до цієї загальної справи, до загальної життєдіяльності. І натомість треба бути свідомим того, що якщо якісь люди виключені з цієї загальної справи, то це є ознакою того, що суспільство є хибним, суспільство є нерозвинутим. Сьогодні ми поговоримо ось про що. Ми поговоримо про людей з інвалідністю, про проблеми їх включення, залучення, або, як зараз кажуть, про проблеми їх інклюзії у суспільне життя нашої Сумщини. Я вам представлю нашого гостя. Це людина, яка є живим прикладом того, що люди з інвалідністю можуть бути суспільно активними, їх діяльність може бути суспільно корисною і важливою. Це учасник нашої громадської організації «Фонд регіональних досліджень». Він інвалід по зору, Костянтин Москаленко. Доброго дня, пане Костянтине. Раді вітати у нас тут на телеканалі АТВ. Костянтине, ви знаєте, коли я у різних там компаніях, спільнотах починаю наше суспільство порівнювати з інвалідом, з тим, що вона дійсно є ураженою, тяжкими хворобами, важкими хворобами, корупцією, бідністю, нездатністю побудувати модель свого майбуття, ми у цій студії багато про це говоримо, то багато хто заперечує можливість такої аналогії, починає мене критикувати. А ось ваша точка зору, чи така аналогія можлива, чи можна так порівнювати? Знаєте, от наблюдаю ситуацію знутрі, уже будучи в этом статусі чоловіка з інвалідністю, да, по зрению. Эта аналогия прослеживается очень четко, потому что когда человек перестает быть активным членом общества, у него, допустим, отказывают какие-то органы чувств или исчезает возможность свободно перемещаться, человек впадает в такую глубокую депрессию. И хотя, допустим, у него есть образование, да, у него как бы мозг остался, он может работать, он может принимать активное участие в общественных движениях. Но вот это вот резкая смена статуса, ну, возможность резкая утрата трудоспособности, она человека вот понижает его личную самооценку и вгоняет в такое состояние, когда человек не хочет ни жить уже, ни работать, ни уже в жизни не хочется ничего. И вот такая вот ситуация какого-то растительного существования, ожидание, что будет, то и будет, оно вот характерно для нашей страны, потому что вот для нас, как для страны, для Украины в 90-х годах казались такие радужные перспективы, такие возможности перед нами открываются, да? А вот резкая смена вот этого статуса, то есть одной из ядерных держав и в страну даже не третьего, может уже четвертого мира, вот это скатывание резкое, оно вот дает такой осадок в общественном движении, в общественном мнении. То есть Украина как страна уже утрачивает какую-то самооценку и пытается собирать какие-то объедки, какую-то просить милостыню вместо того, чтобы занять активную позицию и использовать свои ресурсы, которые на самом деле есть и которые могут привести нашу страну к нормальное состояние, нормальной европейской державы без всяких, возможно, таких вот умовностей, да, якихось там за ми. От я на підтвердження твоїх слів, ну, ми з тобою знаємо, да, що коли ми організуємо якийсь захід і запрошуємо людей, то там стільки в Фейсбуці пишуть, щось прийду, відвідую обов'язково. А потім ми бачимо, що прийшла тільки третина, і коли ми питаємо, де ж ти був,
у більшості причина проста. Я прокинувся, якось, знаєте, не захотілося, просто лінький. Здавалося б, ми в такої зараз, у такій зараз ситуації опинилося все суспільство. Яке ліньки? Треба зараз всім ставати, щось робити для того, щоб покращити ситуацію. Костянтине, просте запитання. Розкажи про свою історію. Як це відбулося? Як ти взагалі це пережив? Ну, у мене історія така немного нестандартна. То есть у меня с глазами были проблемы достаточно давно, но в 2014 году началось резкое ухудшение зрения. Я 3 года не работал из-за болезни. Было проведено несколько сложнейших операций и в Сумах, и в Киеве. Но выход из такого безысходного состояния у меня состоялся таким образом, что как бы об этом и предположить даже никто не мог. Мне была проделана 7-я по счету операции на единственном видящем глазу. Это был 16-й год, конец. И буквально через неделю в центре города Сум, на улице Ильинской, на меня напал преступник, повалил, начал душить. Я отбивался от него, мне удалось от него отбиться, но, как ни странно, арестовали не его, а меня. То есть меня отвезли в полицию, посадили, как это у них говорят, на подвал. А при всем при том, что я заявил о своем состоянии, о том, что я инвалид по зрению, о том, что мне была проделана операция, что мне необходимо покупать и регулярно использовать лекарства. Но как-то вот на следователя это не произвело никакого впечатления. Ну, работники оперативные, они купили мне капли, которые мне необходимо было в тот момент каждые 3 часа закапывать. И вот в камеру мне туда каждые 3 часа вот работники полиции приносили эти капли. Вот так у меня прошел такой послеоперационный период. Потом была попытка оставить меня в СИЗО, но судья отказал прокуратуре, к моему счастью. Может быть, если бы так не случилось, я бы уже вообще ничего не видел. И меня дома оставили под домашним арестом. Но, к сожалению, мне было вынуто обвинение заведомо ложное в особо тяжком преступлении. Это, конечно, дало свои последствия. То есть практически 2 месяца я не спал. И вот зрение продолжало катастрофически ухудшаться. Хотя вот операция, она давала какие-то надежды на выздоровление, да, вот человек, когда он идет же под нож, он же надеется на что-то, вот, на улучшение какое-то, да. Но вот и все надежды, они были уничтожены, к сожалению, вот такими обстоятельствами. И сейчас дело находится в суде, были материалы в газете «Панорама», публиковались по этому поводу. И у меня такой вот реабилитационный период очень интересный, вместо санатория я теперь посещаю заседание суда. И как бы я вынужден проводить такую активную жизнь, и меня это тоже стимулирует, потому что я не считаю себя виновным, я считаю, что я спасал свою жизнь и здоровье, и я считаю, что понимание проблем людей с инвалидностью отсутствует и у правоохранительных органов в том числе. То есть никаких пониманий того, что человек борется за лучик света в своей жизни, чтобы фактически не умереть, да, это понимание отсутствует абсолютно. Да, сумна історія. І все ж таки хочеться поговорити про позитивні речі. Я прошу розказати тебе усій нашій спільноті, яку ти діяльність ведеш у нашій громадській організації. Вона змістовна, суспільно корисна. Ну, звичайно, що у нас тут небагато часу. Про основні здобутки все ж таки, ну, хотілося, щоб ми почули. Ну, ви знаєте, зараз от з зміненням наших законів дуже багато прав и власти имеют местные громады. То есть на места отданы многие функции, те, которые раньше исполняла центральная власть. И многие моменты местная власть, допустим, не успевает переключиться на те функции, которые раньше выполняла центральная влада. Поэтому
Ну, я занял такую позицию, решил просто пойти на общественные слушания и отстоять свои права, потому что мне, допустим, интересно пользоваться общественным транспортом, который доступен для меня как для человека с инвалидностью. Потому что мне удобнее заходить, выходить из него. Общественный транспорт останавливается, как правило, на остановках, то есть не перед остановкой, не после. То есть я не подвергаю опасности ни себя, ни окружающих, когда им пользуюсь. И мне было интересно, как бы вот эти вот предложения внести в городской бюджет. Также существует, ну, когда вот такая ситуация со мной случилась, я начал интересоваться, а как же там в других странах это происходит. Оказывается, ну, современные технологии, они позволяют людям с инвалидностью свободно перемещаться по территории города, посещать какие-то общественные учреждения, и принимать активное участие в общественной жизни, ходить на работу без посторонней помощи. И вот эти вот вещи, которые, допустим, из-за границы появились, а не сразу, мне было бы интересно, чтобы они появились у нас, и такие моменты, они появляются и в других городах Украины, где люди с инвалидностью занимают более активную позицию. Это касается тактильной плитки для людей, которые плохо видят. Единственное у нас место, где можно такую плитку увидеть, это отделение Сбербанка на улице Петропавловской. Может быть, кто-то видел такую интересную желтую букву «Т». Это на самом деле не просто буква «Т», не просто она желтая. Это тактильная плитка для людей со сниженным зрением и для людей, которые тотально не видят. То есть человек может палочкой эту плитку определить и попасть в это отделение банка, кстати, инклюзивное, единственное у нас в городе, где человек может самостоятельно провести необходимые ему банковские операции. Я просто хочу обратить внимание, что предоставление так называемых льгот, это большинство в обществе в нашем, почему-то основной массой людей рассматривается какая-то вот подачка, милостыня по отношению к людям с инвалидностью. На самом деле нет. На самом деле это возможность. Это возможность, которая дается людям с инвалидностью самостоятельно принимать участие в жизни общества, самостоятельно перемещаться, ходить в магазины, ходить на работу, принимать участие в каких-то движениях без посторонней помощи. То есть человек, он перестает быть зависимым на 100% от окружения. То есть человек может предпринимать самостоятельные шаги, фактически жить как здоровый человек, без каких-либо физических недостатков. Конечно, человек, допустим, который не видит или который не может ходить, но никакая тактильная плитка, никакие озвученные светофоры, никакой громадский транспорт не заменит эти его функции. Но дать человеку возможность не находиться 24 часа в своей квартире, как там многие делают люди с инвалидностью, которые фактически получают пожизненный такой смертный приговор, да, и получается у них не жизнь, а такое дожитие. И человек вот живет в своей, доживает в своей квартирке такой одно-двух-трехкомнатной камере, да, и ждет фактически смерти. И никто не знает о нем, никто не помнит о нем, кроме социальных работников. У нас в городе несколько сот инвалидов, ну, которые вот действительно им тяжело выходить из квартиры, вы их не видите на улицах. Это не потому, что им не нравится ходить, это не потому, что они любят сидеть дома, но потому что человек, допустим, который не видит, он вышел на улицу, раз упал, два упал, ударился, может что-то повредил, он уже боится выходить. Человек, который выехал на инвалидной коляске, да, он выехал, коляска поломалась на каком-то бордюре, на каком-то камне. Отремонтировать ее для него, допустим, это составляет определенные трудности. Вот. И человек как бы вот уже боится выходить на улицу, да, самостоятельно. А люди, которые, допустим, имеют возможность путешествовать, я не беру какие-то там дальние страны, допустим, возьмем даже соседнюю Польшу. Это резко бросается в глаза, потому что люди с инвалидностью, они активно передвигаются по улицам, посещают какие-то кафе, посещают магазины, посещают кинотеатры, остальные учреждения. Это не есть какой-то проблемой огромной, это есть желание человека. Поэтому вот эти вот льготы на проезд, вот эти условия для перемещения по городу самостоятельно людей с инвалидностью, это не есть подачка. Это такая функция, которая замещает, попытка заместить их физические недостатки, чтобы человек не чувствовал себя вычеркнутым из жизни. Потому что, поймите, вот такая штука может случиться ведь с каждым. Никто ведь не планировал в жизни, в детстве, да, вот быть инвалидом, сидеть дома и ни во что не верить, да?
Все же хотели быть летчиками, космонавтами, юристами, экономистами. А вот так вот случается в жизни, это может случиться с каждым в один момент. Просто мгновенно и не зависит от вашей воли. Поэтому вот такие вот моменты, допустим, в некоторых странах люди с инвалидностью имеют даже возможность служить в армии, да, то есть не потому, что армия без них пропадет, а потому что человек, он понимает, что он часть общества, что он может приносить пользу для общества. Не быть иждивенцем, не быть попрошайкой, не быть каким-то вот таким бесполезным придатком, который хомячком, да, которого вот жалеют и так чуть-чуть покармливают, чтобы он не сдох. Человек может быть обычным, нормальным, трудоспособным. Он может зарабатывать и себе на жизнь. Более того, он даже может зарабатывать больше и помогать другим людям, которые оказались в подобной ситуации. И я думаю, что это единственная цель для нас и как для общества, и как для человека. То есть если брать это вот аналогии с нашей страной, с Украиной, то мы не можем обязательно там просить каких-то подачек у кого-то. Мы можем сами зарабатывать эти средства. Более того, мы можем обеспечивать какими-то средствами и другие страны. Если раньше Украина считалась житницей, да, вот она может вполне обеспечивать, допустим, хлебом и всю Европу, и Америку, и другие страны. Это не есть какая-то огромная проблема. У нас есть все ресурсы. Может быть, что-то у нас не работает. Может быть, у нас что-то не так. Но это не есть определяющий фактор, который оправдывает полное бездействие. Также и люди с инвалидностью. Если у человека не работает какой-то орган, да, он встречается с предубежденностью, с некоторым таким предубежденным отношением по отношению к себе со стороны общества, со стороны работодателя. Его боятся брать на работу, его боятся приглашать на какие-то мероприятия. Не потому, что как бы люди испытывают к нему какую-то неприязнь, а потому что они не знают, что с ним делать. Они не знают, как поступить с этим человеком. Они боятся нанести ему какой-то вред. И в этом огромная польза инклюзивного образования, которое сейчас пытается внедриться в нашей стране, потому что за границей были точно такие же сложности. А почему они возникают? Потому что люди с инвалидностью не закрыты в свои такие вот общества, свои гетто. УТОСы, УТОГи, другие такие организации людей с инвалидностью и фактически проводят там такой замкнутый цикл жизни. А люди, которые здоровые, которые учатся в обычных школах, в обычных институтах, они этих людей как бы не видят. И когда с ними встречаются, у них возникает такой вот как бы панический страх, и чтобы не навредить, и что с ним делать, я же не знаю. Оказывается, такие точно люди, такие точно дети. И когда вот это начнется в школе, когда эти дети с инвалидностью будут учиться в стандартных классах, посещать стандартные детские сады, остальные дети к ним привыкают и как бы понимают, ну, у человека там что-то не работает, рука, нога или, может быть, глаза. Да, но он такой же человек, он может также радоваться жизни, также грустить, также шутить, также работать, и может и учиться, и работать лучше, чем люди, которые как бы здоровы. От я хотів спитати, є певні, дійсно, ти вже сказав про них, певні стереотипи у роботодавців, так офіційно їх назвемо, да? Щодо прийому на роботу інвалідів. Ну, є закон України, до речі, про захист прав інвалідів, і там є обов'язок приймати на роботу інвалідів або сплачувати податок у фонд інвалідів. Ну, це інша справа. Ось, хотілося б перейти до традиційного питання нашої передачі. Що можна зробити, аби підвищити інклюзію інвалідів у наше суспільство. Деякі відповіді вже ти озвучив. Тобто, по-перше, подолання оцих стереотипів, подолання певних якихось забобон щодо інвалідів. А що ще можна зробити для того, щоб підвищити ось роль людей з інвалідністю у діяльності нашого суспільства? Ну, во-первых, треба змінити своє відношення. Відноситися до чоловіка з інвалідністю как обычному, нормальному человеку, ну просто учитывая то, что некоторые функции у него не работают. Я вибачаюсь, тут важливий момент, от я би хотів загострити увагу. Тобто не треба відношення такого чутливого, да, не треба жаліти, не треба там з якимось там емоційно відноситись, а просто як до нормальної людини, правильно? Тобто повноцінно. Людина. Ну, конечно, пока у человека есть мозг работает, он остается человеком, несмотря на все остальные функции, да. И поэтому к этому человеку надо так и относиться. Если вы видите, что человек попал в какую-то затрудненную ситуацию,
Ему надо помочь. Если вы видите, что человек может справляться самостоятельно, не нужно бежать ему навстречу и пытаться его спасти. Да, вот. Но это, опять же, дело опыта, дело привычки. И чем больше таких людей будет появляться на улицах, тем будет выравниваться отношение общества к таким людям. На общественных слушаниях по бюджету мной были внесены предложения по оборудованию нашего города тактильной плиткой, по дополнительной установке звуковых светофоров, по установке внешней озвучки в общественном транспорте. Это когда номер остановки, номер маршрута говорит громкоговоритель не только внутрь салона, но и на улицу. То есть человек, который находится на остановке, он может понять, какой транспорт подъехал и в каком направлении он двигаться будет дальше. Вот. Поэтому вот эти вот моменты, они записаны в законах наших Украины. Есть державные будивельные нормы, в которых все это записано. Есть там закон о транспорте, в котором все это есть. Но вот менталитет, тот, что как бы менталитет есть с инвалидностью, какая-то вот неверие есть в свои силы, неверие в то, что им когда-нибудь чем-нибудь помогут, что государство обратит на них внимание и создаст им, наконец, условия для того, чтобы они могли жить как полноправные члены общества. Вот этот момент очень сильный, потому что мы, вот, допустим, разместили петицию о том, что должен быть безоплатный проезд и без ограничений для людей с инвалидностью и пенсионеров в общественном транспорте. В законах и в постановлениях Кабинета министров это записано. Но наша петиция, даже ей хотелось, ей нужно было всего 250 голосов, она этих голосов не собрала. Почему? Потому что многие люди с инвалидностью в это не верят. Они говорят, ну и что, мы соберем эти голоса, все равно ничего не будет, ничего не поменяется, и мы все равно будем стоять на остановке и проситься на эти два льготных места, или будем платить свои деньги и выслуживать хамовитых водителей, сколько во что-то инвалидов развелось. Да, вот есть такое вот отношение. Я думаю, многие такие ситуации наблюдали в маршрутках, например, нашего города. И вот это вот, с одной стороны, некоторое неверие в свои силы людей с инвалидностью, некоторое вот такое отношение со стороны власти, что это вот, мол, подачка, слишком много они хотят. На самом деле, я повторюсь, это не подачка, это создать возможности людям с инвалидностью реализовывать свои гражданские права. То есть другое дело, человек захочет реализовать их или нет, это второй вопрос. Но такие возможности должны быть. Ти знаєш, я згадую, коли я був директором однієї організації, то ми дійсно радилися, що робити. Або взяти на роботу інвалідів, або сплачувати податок. Ну, перемогла точка зору, що беремо на роботу інвалідів. І працювали інваліди, і про одну тільки рису я згадаю, про те, що вони дуже відповідально відносилися до своїх обов'язків, оскільки вони дуже цінували той факт, що вони... Вони в суспільстві, вони в спільноті, вони потрібні, вони приходять на роботу, і вони оцю своє робоче місце дуже цінували. От я це згадав, і як на підтвердження твоїх слів, що це звичайні люди, яким треба дійсно створити умови для нормальної життєдіяльності. Ну, якщо місце така аналогія, це можна провести з чоловіком, який от побував у містах лишення свободи, да, він освободився. И он ценит этот воздух свободы, эту жизнь. И так же самый человек с инвалидностью, вот он был в своем замкнутом мирке, да, вот он не имел никаких возможностей для самореализации. У него такая возможность появилась. Конечно, он будет ценить эти возможности, конечно, он будет более ответственно относиться к своей работе. Хотя стоит отметить, что люди с инвалидностью не такие же люди, как и все остальные, со своими недостатками, со своими сильными и слабыми сторонами. Какими-то сверхспособностями наделять их не стоит. Это такие же обычные люди. Да, и вот надо просто смотреть по способностям человека. Если он, допустим, способный экономист, он может работать экономистом. Если он способный юрист, он может работать юристом. Да, несмотря что он, у него какая-то инвалидность, может быть, он даже не видит тотально, может, он не может ходить. Но, допустим, если у человека нет таких способностей, он может выполнять какую-то другую работу. Это тоже вполне нормально. Дякуємо. Шановна громада, сьогодні в студії телеканалу ТВ ми говорили про доволі специфічну, але, як виявилося, я думаю, ви з нами погодитесь, цікаву тему про проблему включення людей з інвалідністю до суспільного життя. Сподіваємося, що вам було з нами цікаво. До нових зустрічей на телеканалі ТВ. До побачення. До побачення.